Неужели я от них оторвался? Они снова куда-то поехали. Пока они меня не нашли, мне нужно срочно добежать до этого домика. В этом доме кто-нибудь есть? Мне нужна ваша помощь. Меня попросил найти вас наш общий знакомый. Это вопрос жизни и смерти. Слышите меня? Кого это сюда принесло? Послушай, я знаю, что ты меня не знаешь, но если ты меня не впустишь, меня найдут, и тогда нам обоим не поздоровится. Проходи, но только так, чтобы я твои руки видел. Ну, рассказывай, что ты тут забыл и как ты вообще нашел мою хижину? Если честно, я даже не знаю, с чего начать. Пожалуй, начни с самого начала. Расскажи о себе, кто ты, зачем ты прибыл на этот остров и откуда ты меня знаешь. Эта история началась не так давно. Мы с другом попали на необитаемый остров, где все пытались друг друга убить. Мы научились выживать в этом мире, строить дом, добывать еду, мастерить оружие. В общем, присаживайтесь поудобнее, я начинаю свою историю. Спонсор сегодняшнего ролика – RustBet. Обязательно попробуй режим апгрейда и вводи промокод. С помощью него вы получите бесплатный кейс, который даст вам скин стоимостью до $20. Приятного просмотра! Появившись на этом острове, мы отправились сразу же к центру карты. Нам нужно было встретиться, чтобы начать наше выживание. Нифига себе, тут какие-то художества. Только зашел на сервер. Ха. Гимли или Галас? А у меня, кстати, есть одежда, видал? А у тебя ее нет. А... Смотри мои трусы. Ну-ка, давай. Как у вас, Романа. Смотри. Уай, куда деваться? А здесь что-нибудь изучено у нас, нет? У меня? Да. Ой, двушка изучена, гантрап. Я вот думаю, тебе стоит ли говорить, что у меня изучено, или оставить на под... Меня убили. Битик меня убил, 54 метра. С болта. Убегаю оттуда. А, ну меня тоже убили. Он же, да? Битик. На этом острове можно было умирать сколько захочешь. И после смерти ты появлялся снова на пляже с камнем в руках. Ха-ха-ха, с камнем в руках. Ну ты понял отсылку. Ай, ладно, не шаришь ты за Раст. Поехали дальше. Пока я искал ресурсы для постройки нашего дома, мой напарник нашел сгнившую клановую базу. Это ты там? Да. На самую крышу. Мы отсюда не вылезем, короче, понял? Я отсюда не вылезу. Мне надо будет тебе все поскидывать по ходу дела. Во! Здорово! А, так стопэ. Давай я спрыгну, ты мне все скинешь, я тебя, точнее, забустишь меня и заспонишь. А, ну давай так. Так, иди сюда. Смотри на это. Ты с админки подписал, да? На Руфу из патч 1? Да. Ну да. Так, там, с админки. Кибитулечку зарейдить и в ней поселиться, понял? Да, так и сделаем. Тебе нужно будет сейчас заспавниться тут сразу. Зашел на фейспанч снять чизи постанову. Ну, офигенно придумали. Так, что это у нас такое? Что это у нас такое? Не окуп тут пишут. Блин, это бункер. Не, тоже. А, да? Долго бегая по карте, мы наконец-то нашли тот самый дом, который могли забрать себе. И нам хватало на этот домик разрывных. Так, я соло замок крафчу. Давай. Топорик, скинь мне топорик. Гантрап. Я надеюсь, в этой бич-хате больше нет дверей. Ну да, да по идее не должно быть. Крафчу дабл дверь до деревянную. Все, как мы туда пройдем сейчас? Я прошел, еще одна дверь. Чел, я умру. Не спеши пока, не надо. Угу. О, знаешь, в чем проблема? В чем? Рейдить надо болтовкой. Угу. 36 хп осталось. Один патрон. Давай. Тут и шкаф закрыт. Все, вынимай. Прыгай. Хорош! Ух! Фух. Так, я ничего есть? Не забирал. О, ну, как бы...
Ну, тут есть бурчик. Хазматиус. Уже хорошо. Два хазмата. Берданка? Берданка? Да, тут хазматов до жопы. Тут. Так, слушай, Плевик. Надо шкаф поутать. Слушай, мы зарейдили рандомного бомжа и окупились больше, я не знаю, чем зарейдили бы какой-нибудь нормальный дом. Тут очень хорошо серый, кстати. Ты еще по печкам. Еда! Ой, господи! Ну, берда есть, двушки две штуки. Ты видел, сколько там чирок? Писец. Чувак, мы живем здесь же, да, получается, сейчас? Ну, конечно. Топовый дом. Забираем себе. Оп! И шкаф есть. Отлично. Дай-ка я в нем авторизируюсь. А ты запихай пока в гантрап патроны обратно. А чё он так криво верстак просто? Ну, хотя нормально, в принципе. О! Все. А мне? Можешь убирать. За скин, если есть. А у меня нет скина. Ни у кого нет скина на Томпсон. Ну, я болт оставлю дома пока. Болтевич. Вот так у нас появился первый домик и первое оружие. Хорошо. Как я вижу, история будет долгой. Пойдем присядем за стол. У меня тут остался согревающий напиток. Будешь? Не, спасибо, я, пожалуй, откажусь. Ну, а я, пожалуй, выпью за знакомство. Ну а дальше мы услышали взрывы. О, стреляют с МПХи нам туда по-любому. Сейчас, только дверь надо сперва запиндорить. Так, а где с МПХи стреляли? По-моему, левее. Левее. Так, идем рвать жопы. Это рейд. Калаш. О, нормально, плюс калаш. Так, подожди, это то самое место, где нас убил болтовщик, помнишь? Да, слушай, это тот, как его там звали, я не помню. На Б что-то там. Вижу. Где видишь? А под нами, типа. Да. Подожди, не стреляй, их трое или двое. Я ноги сломал. Тихо, аккуратно. Ноги нам еще нужны. Убил его, нет? Не знаю, я не понял. Там еще с лука кто-то напеживает. Он убил одного. Мы можем спокойно туда подходить и буститься и убивать их. Давай. Как раз через коня буст. Слева бежит тело. Блин, аккуратно, болтов стреляет. Убил болт. Ой. Не прыгай туда. Аккуратно. О, тело мертвое. О, Сишка! Чувак, Сишка! Тут рейдили. Да, я понял. Двуха! Убил типа. Меня убили, поднимай меня возле коня. Меня с болта добили, чувак, во мне Сишка, подними. Я не могу тебя поднять. Кто-то подбегает. Убил. Хорош, живи. Сишку забрал. Космос. Блин, этот болтовщик там, этот. Я попробую его убить сейчас. Ни к селу, ни к городу. Убил. Ой, хорош. Я кидаю Сишку дальше. Кидай. Кинул. Можно дорейдить этот дом, если у нас разрывуха осталась. А я не знаю, за разрывуху был ответственный ты. Осталось, по идее. Бежит бичара. Я в шкафу. Чувак, два бича на коне. Меня лутают. Три бича. Еще один. Уничтожай. Ай, быстрей. Лишь бы болт не ваншотнул. Лишь бы. Меня ваншотнул болт. Тут шкаф открыт. Встал, я забрал встал, шкаф. Встал бичара, бичара встал. Два бича. Нормально. К тебе запрыгнул. Убил. Там берданчик подошел, меня убил. Я поставил дверь. Кинь, не спал ты там. Поставил замок, закрылся. Дверь, замок. Я все крафчу. Ломаю спалку у них внутри. Они, походу, этот дом хотели дорейдить. Да по-любому. Тут металла нет у него. Я попробую их сейчас развалить. Чувак, ну я хз. Попробую, что их развалить или нет, ну типа это прям... Лестницы ставят. Да. О, тут еды! Это мечта, а не хата. 20 секунд кд. У меня есть план, 200 IQ мув. Они по-любому у меня сидят. Я сейчас ставлю печку в проем и убиваю их.
Я вот не могу понять, сидят они у тебя там или нет, но просто они спрыгивали вниз. Сидят. Да, возьму Йоку. А вдруг? Раз в год и палка стреляет, как говорится. Возьму две Йоки. Тут трое сидят. Я дал, но тут когда будет? Угу. 5 минут, по-моему. Что? Они кинули сачель на дверь. Бля, чувак. Одного убил? Давай, я бегу, но мне туда не забуститься. Я почти под хатой. Второго убил? Хорош. По мне болт? Еще продолжают. Да. Тут еще один, походу. Убил! Хорош! Тут еще один! Это ты! Сори. Чувак. Убил! Угу. Давай внутрь. Я сейчас упаду. Разрывные. Еще 30 разрывных из сачель. Заходи быстрее, я сейчас упаду от кровотека. Сейчас зайду. Тут дверь металл есть. Вау! Они к нам идут опять. Всех убил. Киборг. Кодовый замок поставил. Все отлично, мы в сейве. Найс, тут еще наверху что-то есть. Ну закрой эту дверь. А вот она. Блядь, открой! Я умер, и ты? Я тоже. У меня спальник сломался. В смысле сломался? У меня нет спальника здесь. У меня есть. Да? Откинь мне опять. Капец, мы неудачники. Блин, ну 50 секунд КД опять, жесть. Я просто ору с этой сачели. Кто там ползает? Ты топаешь? Нет, активно. У меня 30 секунд. Их тут много. Офигеть, у нас тут двери, оказывается, нет. Тут ткани нет. По нам с ракетницы стреляют. Чего? Подожди, тут ракетница полетела. Я слышал выстрел. Тут кто-то с базуки лупит. Капец, такого изи контента я еще не встречал. Поиграем в алфавит? Давай. Буква А. Охуеть, что происходит. Буква В. Я в полнейшем шоке от происходящего. Ты вообще с буквы Я начал. Да. Минус один. Скажи мне, что у тебя изучена кровать, пожалуйста. Офигеть, я убийца. Я всех убил. Киборг-убийца. Я болтовщика ваншотнул. Чего, с калаша? Да. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Я буду для тебя всегда твоей малышкой. Меня ваншотнули. Все нормально. Я сейчас с болта его убью. Минус Берда. Оу, хорош. Еще подо мной тип. Минус болт. Чё творит? Минус еще один. Тут внутри, слышишь, у меня здесь сидят. Да, я знаю. Угу. Минус еще одна башка. Минус тип. Минус болт. Я иду. Я всех убил, могу открыть дверь. Ко мне, по-моему, кто-то подбегает. Убил? Убил? Хорош, нужен хил, срочно хил. На. 5 хп, такое себе.
Я хочу обойти их, короче, и со стороны их вышки начать кошмарить. Я съем его ногу. Ну хоть не яйца. Тут надо бы их как-то подбайтить, этих типов. У тебя есть пушка? А, да. Постреляй там на горе. Сделай вид, что ты... Ну просто постреляй куда-то. Давай попробуем отсюда все перенести. Давай попробуем, это будет победа. Я, может, блядь, запрыгнуть не могу. Что за дичь? Кого он меня убил? Минус один. Минус тип. Он мне вещи прям домой принял. Я двойную дверь открыл, понял, сверху. Со второго этажа он залез, и я закрыл его. Не беги, не беги, не беги, не надо. Там болт сидит. Я сейчас к тебе побегу, просто прикрой меня там, посиди. 20 секунд. А ладно, я пробегу, у меня есть стенки. Ага. Давай, я делаю этот самый. Отвлекающие мувы. Все, все, беги. Он минус. А вон, пошли за нами, слышь? Забей. А, ну это бичикс. Это забегай бичикс. Домой. Надо буферку сделать в доме. Иначе нам ГБА. А ресурсов надо у нас бы... много. И места у нас нет. О, кстати, я гаражки умею крафтить. Ой, это здорово. Так, хейтеры, не надо тут под хатой кричать. Они нашли наш дом. Серьезно? Да. Но у нас был план, что сделать правильно, достать клан. А, мы переезжать не будем, да, я так полагаю? Не будем. Деремся до последнего. Все, я супер антирейдовый дом построил. К нам уже шли с двушками. Давай, ты же здесь вставала только что. Во! Чего? Это косяк. О, тут дырдочка. О! О! Ой! Ой! Че, нет? Привет! Дай-ка еще раз. Я понял. Сейчас я попробую еще разок. Так, домик у нас вроде бы как готов. Все, они сразу, слышишь, они сразу прочухали, что у нас здесь щелка есть. Он попытался залезть, ну да, но я пострелял туда гандра. Ну, кстати, сюда не так уж и легко залезть, как кажется. Mm-hmm. Мы обустроили наш домик и побежали путешествовать по карте. Так, подожди, это его рейдят. Да? Да по-любому. Ну там он кто-то бегает с фонариком светит. По территории, если не ошибся сейчас. Нет, там точно кто-то есть. Вопрос в другом, его ли рейдят? Ну, по идее, по звукам, в принципе, его. Дальше рейдят, все. Идем дальше. Ты услышал баки? Я услышал типов, которые файтятся, это по-любому на рейде. Я нашел, что рейдят. Угу. Они, походу, сейчас переносить лут будут. Давай тут подождем. На тебя бежит? Он, снял? Он мог что-то переносить, да. Его убил. Он, у него много ресов. Каких? Камня, миллиард. Понял. Здесь еще один. Еще одного убил. Я не могу его пушку найти. А, он там двери ставит, слышь. Надо подлутать его и ящики поставить где-то, скинуться. Минус тип. Я умер. Я упал. Все, я понял. Тихо. Я сейчас попробую. Он меня убил. Я прибежал туда снова, нашел пайпуху и сел у них под дом.
Мисс Калашист. Да, унести оттуда мне ничего не получилось, но я заставил их понервничать. И тут у нас началась черная полоса. Мы собрали все наши ресурсы, пошли на переработку и... Видишь, там ветрак... Меня убили. Да, и меня убили. Минус компоненты. И в этот момент мы действительно захотели узнать, где они живут. Крафти патроны. В печке наплавил немножко. Они там да, еще? Да, они в упор в нашем доме. А ткани у нас нет. Нет. Челики просто забрали весь краб, я понял. Которые живут возле нас. Угу. В итоге домик их стоял в одном квадрате от нашего. И мы поняли, чем мы будем заниматься и кого мы бахнем. Я сел у них под хатой и ждал. Очень долго ждал. У всех эти голимые бункера, боже. Да уж. Мы даже пытались их забайтить. Но они, к сожалению, так и не вышли. А печки у них работали, и это было очень странно. Мы решили пойти найти других фармил и пособирать ресурсики, чтобы их бахнуть. Зеленый ящик. О, вот трубы. Это уже. Да, здесь есть. Отлично. Ить. Так, чем у нас здесь по... Одни зеленые, сука. Ой, одни эти. Ну вот один зеленый есть. Шприц был. Два зеленых. А, да? Три зеленых. Ну, нормально. У меня 750 скрапа. Мне кажется, стреляться сейчас с кем-то, это не особо это хорошая лучник. Идея. Это лучник, вышка, аккуратно, вышка строится, лучник справа. Болт. Два их там. Одного убил. Убегай, хорош. Убегай, убегай. Бери коня, бери коня. У них из-под хаты. И поехали отсюда. Поехали. Уху! Ать, ать! Он по коню попал! И давай, он сейчас давай выжгим, выжгим, выжгим у них! Поехали домой за огнеметом! Тут тип. Минус. Я поехал. Мы увидели деревянную вышку, которую могли выжечь. Взяли огнемет и отправились к ним в гости. Мы берем на форсе. На форсе. Вылетаем туда на форсе. Устраиваем рейд медведем. Трахнули одного, трахнули второго. И все это, короче, тремя хедшотами подряд. То есть, это надо умудриться сделать так, чтобы они стояли, как это сказать, в линию, суки. Ну, или друг на друге, как в принципе, знаешь. Друг на друге они прямо сейчас сидят. Либо вечером будут. Два друга болтовщика. Чепух. А, болт смотрит на нас. Да, 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 да. Че, делаем дела. Давай, давай, давай. Там кто-то строится. Голову дал. Хорош. Мы можем потолки им сжечь. Это будет куда проще. Тут тип строится. Прикрывай меня. Гаси его. Ух! Там ящик, там открыто. Я знаю, я ж тебе говорил, там открыто. Лезу, ползу, подожди. Мы что, захватили вражескую вышку? Нет ничего? Да, теперь вниз, 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 давай вниз. Пока он не закрыл. Он меня убил, быстрее. Убил. Поднимай, поднимай, хорош, лучший. Тут шкаф. Тут еще есть. Беги. Попытаюсь. Я внутри. Убил. Хорош. Чувак. Много? 100 харесов. О, хорошо, хорошо. Хил, хил. У него есть хил? Давай, знаешь, как сделаем? Я наверх полез, а ты выжигай шкаф. Шприцов дай мне. У этого типа миллион всего. Сейчас. На шприцы. Я в ящик скидываю. Два шприца. Я наверх полез. Выжигай хорошо. Шкаф. И вышку рейдить не пришлось, просто все открыто. Только выжигай побыстрее.
Меня почему-то дамажит. Болт с лазером. Он зашел? Он открыл дверь. Что тут какая-то фигня вообще? На улице типа, близко. Он меня убил, 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 убил. Выйди, выйди, выйди. Подними. Убил. Один еще близко. Да я слышу. Открывай. Подними, подними, подними. Он же... Кто минус умер? Два. Минус два. Залезай внутрь. Сверху по мне. Наверху на самом? Да. Он меня убил. Не выходи из дома. Угу. А они меня взрывают. Да? Да. Две сачели уже есть. Один минус. Ему проще стрелять. Вторую тоже поджег. Шкаф есть у тебя там? Да. Еще две сачели кинул. Нет, все, меня прорвали. Не прорвали еще. Минус тип наверху. Отлично. Лестницу убрали, я не могу. Открой дверь, фастом. Закрой. Открой, открой дверь. Нет, 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 не открывай. Убил. Хорошо, дверь крафтится. Еще убил. Открыл. Бля, бабовка. Ты жив? Да. Быстрее попадай. Хорош! Хорош! Отличная работа! Бери все самое ценное. Че, убегаем, типа? У нас выбора нет. Надо убегать отсюда очень быстро. Тут все мертвы. Fuck you, roof camper! Fuck you, roof camper! Ну смотри, у нас будет всего одна попытка на побег отсюда. Да. Ешь. Встань поближе, надо комфорта побольше. Угу. Похилиться. Так, все, готов. Раз, два, три. Закрыл. У меня опять нет хп. Он с помпом? Это я. Еще одного убил. Убегаем? Радуга. В нашу честь. Две радуги. Ну, я считаю, что сработано было достойно. Побег из курятника. Сука, точно, блядь. У меня 18 хп. Пока принцесса Раста АФКшнул, я решил пойти пособирать хавчика. И подслушал один интересный разговор. Да я не буду тебя убивать, не бойся. Заходи к нам. Нюхай бебру. Подожди. Ты не хочешь с нами поиграть? Чтобы вы меня кинули, как прошлого игрока. Это не мы его кинули, подожди. Ууу, кидалы. Подожди, да успокойся. Не-не-не, я... Давай, это не мы кинули. Да. А кто кинул? Кто кинул? Да я не знаю. Можно пустить дом, но... Такое... Нападайте. Вот хочешь, мы тебе там, не знаю. Да не надо ничего, спасибо. Я пришел пособирать чисто кукурузу. Давай, удачи тебе.
Не кидайте игроков, это плохо. Не, ну ночью тут реально красиво. Особенно возле этого ранчо. Ресурсов, чтобы зарейдить наших соседей, нам чуточку не хватало. И услышав взрывы неподалеку от нас, мы решили сбегать на антирейд. А, теперь вон. Вижу. Там что, застраиваются, я не понял? Да. Минус башка у одного. Три типа там. Минус один. Их там очень много, чувак. Минус башка у типа. Минус он. Минус вторая башка, минус он. Война, пацан! Пацан, война идет. Война. Не доламывай, не доламывай. Фастом, фастом, лестницы, лестницы, лестницы. Я делаю. Чувак, быстрей, быстрей, быстрей. И в потолок стреляй. Убил нах. Хорош. Тут ящики закрыты. Шкаф не поставили. Лестница Серый, есть. Беля. Лестница, лестницу наверх ставь. Нужно выбраться отсюда. Наверх, наверх, наверх. Надо контрить, надо контрить. Контри, я шкаф ставлю. У меня игра зависает. Ай, по мне попали. Все отлично. Два стака разрывных. Но тут ящики все залочены. Надо чекать. Конечно. Так, давай думать, чем будем ломать. Мама родная, 430 нефти. Ну тут, ну да, ну типа, ну хорошо. Хавка. Минус один. Угу. Как ты туда, как ты, подожди, стой, как ты запрыгиваешь? Да быстрее запрыгивай. Как? Вот так, просто, хоп, ага. Теперь закрывай дверь. Готовься, он подожди, сейчас вниз, вниз провалится. Вниз провалится, готов? Кто? Тип. Я убил типа, я вниз упал. Я убил другого. Хорош. Вот это 200 IQ мув. Забрав абсолютно все самое ценное, мы побежали домой, и в этот момент у нас появились ресурсы, чтобы бахнуть наших соседей. Так, я предлагаю все сейчас самое ценное брать и быстро стекать отсюда, иначе нас прижмут. Ну, это да. Бляха, я не понимаю, как ты это делаешь. Но. Все, ты готов? Ну мы их красиво развалили, конечно. Ну, я тебе так скажу, я помню, одного не убил. Одного, а, нет, одного, убил, когда... Да. Ну да, внутрь, когда прыгнул, и снаружи одного, все. Но все равно это было жестко. По-хорошему, нам нужна НПЗ. И наконец-то нам хватало ресурсов, чтобы зарейдить наших соседей, которые забрали у нас скраб. Вы не представляете, как долго мы к этому шли. Ракеты скрафтил. Сейчас мы сюда закинем еще серу. Так, готов? Да. Смотри, это тебе. Иди сюда. Поехали? Смотри, я предлагаю вот сюда прям, где крыша. Ну, пинай, а потом я... Ого! Ого! О! Тут калаши были. Вот они, слышишь? Это ксеркс? Нормально. Нормально. Да. Это ксеркс же. Ну да, да, да. А, нифига, ну, это ты... его дом. Ой, тут скраб, тут 2000 скрапов было. Я ухожу домой, тут типы. Забери там калаш еще был. Вот как-то так мы отомстили нашим противникам. Тихо. Ты слышишь?
подслушивают.